Всем приятной жизни. С шашлыком мы продолжаем играть. Fallout Shelter. Так, Fallout Shelter мы продолжаем играть. И у нас тут прокачка. Ой, еще. Охренеть, так, 73 жителя. Беременные. Вот тут беременные качаются такие. Надо подкачаться, надо. Так, сколько ты еще бежать будешь? О, 6 часов, это я сегодня не получу эти бонусы. Это я только завтра получу. Так, окей. Окей. Так, давайте построим второй сад. Гарден. А, 1500 у меня нету? Ой, смотри. Сейчас мы организуем тут 1500. Success. О, тут пожар случился случайно. Ну, нормально, потушили. А вот интересно, что будет, если не тушить пожар? Здание просто сгорит, и как бы его придется... Типа, ну как, строить заново. Так вот, давайте гарден все-таки мы построим. Отлично, сад теперь двойной. Так, где у нас на А тренируются? Вот здесь. Давай, А3 погнала. И ты. Тоже А3 погнала. Да задолбали, блин, эти... Все мне одно и то же пишут. Так, у тебя как это? Лак. С. С. П. С. Л. Так, а где еще ходят у меня без... Да что ж, у всех харизма, кто работать-то будет? А работать, блин, и некому. Так, ладненько, в таком раскладе я предлагаю просто тогда двух попавшихся первых воткнуть и отправить на прокачку. Так, одежки, я так понимаю, у нас нет. Есть на С и на интеллект. Ну, на интеллект нам пока не надо. Фейл. Так, окей. Кто тут к вам? Крыса вылезла. Чи собака? Блин, а прикольный гарден у них тут. Прикольно. Так, надо бы вот здесь что-нибудь тройное построить. Ну, мы ватерку будем строить. Ладно, давайте сейчас я двух чуваков. У тебя что, лак? Подождите, это чувак или чувиха? P-4, понятно. А, вот чувак есть, да? Давай, иди еще вниз. Так, окей. А чё они никак не распоруются? Почему? Во, распоровались, всё ништяк.
Так, ну они там потом сами распоруются, в принципе, пофиг. Кстати, харизматики. Тут нету чувачка, который у вас может... Да не, наверное, еще рано. Чисто сидят в баре чуваки. О, житуха у них. В бункере, блин, сидят в баре. Кайфуют. Вот эти непонятно, будут они чпониться или нет. Ну, не суть. Так, надо рашить еще. Надо рашить еще. А сколько у меня уже этих? Ой, а тут как-то по-другому сделали. А, не, нормально. По 15, а я больше типа не могу иметь, да? Подождите. Стоп. Да, storage 10. И я больше не могу иметь. Получается. Так, эти пошли чпониться. Storage room. Слушайте, а давайте мы построим большой класс. Ой, класс. Большой склад вот здесь, тройной. То у нас есть бездельники? Да. А, не, это ж эти. Совсем вот ходит, бездельничает. И ты тоже иди сюда. Вот, так, а сколько еще стоит один 450? Сейчас наберем. То есть этих мне ускорять уже вообще никакого смысла нет. Или на складу эти штуки. А ну-ка. А ну-ка, слушайте, я сейчас проверю. Давайте удачно, пожалуйста. Ага, 16 стало? Не, нифига. Короче, мне нужен тогда еще мидбей большой. И этот... То есть склад это... Ну, все равно я его построю для этих, для всяких там лута, в общем. Так, чувак, тоже иди на склад. И вон, чубзиха беременная, иди на склад. Для лута построю. Сколько стоит третий? 525. Сейчас сделаем. Фейл, окей. Фейл, так фейл. Так, эти сейчас еще сделают. Чубстеря. Эти только начали триндеть. Ну, нормально, нормально. Так, ну давайте там быстрее этих тараканов выносите. У всех пушки, а что-то тараканов так долго выносят. Так, отлично, пронесли. Ну, давайте теперь этих ускорять. Еще разок, мне пятихаточка нужна. Еще разок. Так, отлично. Теперь этих. Фейл. Малераты. Сколько? Три. О, четыре штуки. Пять! Нифига, сколько их там у вас повылазило. Этих малератов. Блин, да мы такими темпами долго будем убивать. И главное, у всех пушкарики есть, но...
Отбивается тяжко они. Блин, я их, пожалуй, больше не буду рашить, а то они так долго убивали этих малератов, что пипец. Я вам лучше нюклерогвак зарашу. Так, 450 осталось, сколько там, ерунда. Ага, еще одни. Так, давайте теперь сад. Так, все, уже 700. Строим склад. Все, склад у нас теперь огромный. Склад у нас теперь огромный. А сколько он вот этот... Вот этот... Плюс 5, плюс 15. Ну ладно. Так, еще двух можно на склад. О, кстати, вот эти вот 15 девелеров. А какой на складе, непонятно, что надо. Так, S. S0. О, S плюс 1, пошла. Так, ты тогда сними одень обычную куртку, да? А вот эта, которая сейчас пойдет сюда, она оденет усиленную куртку. Так, а у тебя как S? Ну, у тебя слабенько, да? Так, тут у нас что качают? Агилити, но эти только начали качаться. Е? А, здесь качают Е, здесь качают интеллект. И как интеллект? И 0, и минус 1. Блин, интеллектуалы. А как у нас пешники? А ну-ка. П минус 1, да ну нафиг. П 0. А у тебя одежка правильная? Да, на 2П. Так, построил я большой склад, он мне, правда, нафиг не нужен, но я его как бы построил. Теперь весь лут, который будут приносить из с улицы, он будет... Все нормально, в общем, с ним будет. Так, мидбэй и сайенс лабы. Можно вот эти посносить и здесь их развернуть. Хотя что тут сносить, что тут тогда строить, непонятно. Вот. Подожди, подожди. Ты вернись здесь обратно, это я косякнул. Ты тут еще тёлку нашел, общается с ней. Нормальный ход. Нормальный ход. Так, у тебя пушки нет, то я тебя на дверь послал. А у тебя и у тебя, блин, много у меня жителей без пушек, без нифига. Но это ничего, я им их выдам потом. Так, ладненько, я тогда, пожалуй, на этом этот выпуск как раз и закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.